мистер Бака. Я здесь, как вы и просили. Хотя уже немного поздно. Я вам не помешала? Мисс Лиф, рад вас видеть. Взаимно, мистер Бака. А учитывая, что вы сказали, что полностью погасите кредит сегодня, меня аж прям прет от счастья. Завалитесь. Угу. Вы сегодня очень хорошо выглядите, мисс Лиф. Великолепный наряд для такой великолепной женщины. Они будут очень довольны. О, спасибо. Я пробую новые образы и при этом не пропустила еще ни одной из моих ежедневных тренировок. Стоп, они? Да, нам надо встретиться кое с кем. Вы когда-нибудь слышали о Чим-Чамс? О, вы имеете в виду ту банду шимпанзе? Конечно, я слышала о них. Но, учитывая всю преступность в городе, трудно уследить за тем, что там у каждого на уме. У нас есть немного времени. Пожалуй, расскажу вам о них. Чим-Чамс. Они ничего не чураются. Например, непредумышленных убийств. Знаете ли, обезьяны — огромные мизантропы. Еще похищений и торговля людьми. Что? И с ними легко договориться, если дело доходит до сделок. Поэтому я и заключил одну такую. Мистер Бака, почему вы связываетесь с преступными группировками? Что ж, сейчас трудные времена. Да-да, и еще, где деньги? Они пока не у меня. Я же говорил, сначала встреча, потом деньги. О, так мы, получается, идем за ними? Можно и так сказать. Я не понаслышке знаю, что связываться с преступниками нехорошо, мистер Бака. Но пока вы погашаете кредит, не имеет значения, откуда вы берете деньги. К слову, куда мы идем? Вот, на старое бейсбольное поле. А? Не могли бы вы сдвинуться немного вправо? А вот сюда? Смотрите, вот и денежки. Ох ты, вот эта толпа. Я и не знала, что они играют в бейсбол. Я думала, что вся эта униформа была так, но, знаете, для красоты, типа. Ну, на самом деле нет. Они всегда здесь играют в бейсбол. В одно и то же время, в одном и том же месте, каждую ночь. И я скажу по секрету, их страсть порой неконтролируема. А, я поняла. Мы делаем ставку на игру? Не волнуйтесь, если мы проиграем, мистер Бака заплатит, а иначе прибью. А вот и первая подача. Вау, вы это видели? Ху-ху-ху, я профи! Она думает, мы играем! Эй, мисс Лиф, вернитесь! Давайте не будем все усложнять. Вы такая выносливая, у вас такие формы. Спасибо, конечно, но мне сейчас не до комплиментов. Черт, черт, черт! Как мне выбраться из этого? Мне слишком мало за это платят. Давайте, ребята, мистер Бака сказал, что вы открыты для сделок. Почему бы нам не заключить свою сделку? Дедушки, Бака сказал рыжулю за деньги. И нам нравятся рыженькие! 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 Ну тогда потанцуем! О, как же я влипла!
мыслив. Как там ваше ничего? Ты, сукин ты сын! Я могла умереть, мудак! Но ты этого не сделал. Так что заткнись к черту. Сейчас скажи своему боссу, чтобы он удалил меня из кредитного бюро и перестал присылать мне в дверь подделки лица со шрамом. Понятно? Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Ой, милашка, не веди себя так. Я скажу тебе вот что. Почему бы нам не отпраздновать суши? Нет, спасибо. Я избегаю рыбы некоторое время.